Ни демократия, ни справедливые международные отношения невозможны без сильного левого движения. А понимание сути левых движений немыслимо без марксизма. В этом уверен автор, вышедший в свет книги «Классический и современный марксизм», профессор высшей антропологической школы Леонид Масионжник. Этот сведенный в единый научный труд курс лекции ориентирован на тех, кто впервые проявляет интерес к марксизму. Интерес к этой теории в современной Европе также постоянно растет. Потому книга завкафедры антропологии и социальных технологий вуза стала по-настоящему долгожданной. Неолиберальная реакция 90-х годов 20 века разрушила многие социальные завоевания трудящихся как на Западе, так и на Востоке Европы. Успело вырасти целое поколение людей, знающих, что в нынешней системе у них никогда не будет ни достойного настоящего, ни гарантий на старость. Но чтобы понять суть происходящих процессов, определить свои жизненные векторы, им нужно вернуться к Марксу, уверен автор классического и современного марксизма. То, что там сказано о фонариотской системе, многое объясняет в зигзагах современных молдавских политиков, у которых вся политика сводится к поиску поддержки не внутри страны, в ее социальных силах, а зарубежных спонсоров. Поэтому они, оставшись без одного хозяина, ищут другое. Этот курс лекций раскладывает основополагающее учение Маркса на понятные любому составляющие. Картину сегодняшнего мира сложить без Маркса практически невозможно. В этом уверены профессора не только Молдовы, но и России. У меня авторский курс был, да, вот тут я увидел книгу, которая идеально пригодна для преподавания. И вот мы это уже проверили, мы протестировали. Она абсолютно необходима для преподавания, потому что все разложено по полочкам, все методически очень четко, ясно, с удачными, простыми при этом примерами, то есть достаточно, с одной стороны, простыми, с другой стороны, академически очень корректными. И, в общем, я считаю, что совершенно замечательно, что такую книгу мы имеем, и совершенно замечательно, что мы вот теперь будем в Москву возить книги из Кишинева. Впервые включенный в книгу курс лекций был прочитан в летней школе, организованной Коммунистическим союзом молодежи Молдовы. И тогда он был тепло принят студентами многих стран мира, принимавших участие в работе школы. Сегодня этот курс поможет и всем остальным молодым людям ответить на вопросы, с которыми они сталкиваются впервые, приходя в левое движение, или просто пытаясь найти себя в окружающей действительности. Светлана Чебан, Иван Заплитный, Виктор Магылдя, телекомпания «НИТ».